Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить вязать вот такой красивый, в роскошном шоколадном цвете джемпер. В очень таком элегантном стиле он выполнен, согласитесь, ничего лишнего. Все очень так стильненько, приемлемо, красивенько. В общем, мне этот джемпер понравился, я решила сделать по нему мастер-класс. Как всегда, вас ждет схема, выкройка, подробные объяснения, как связать, и, конечно же, описание, составленное на несколько размеров. Мы в этом мастер-классе, как всегда, определяем плотность по вертикали, по горизонтали. Я рассказываю, зачем она вообще нужна и как сделать индивидуальный расчет, имея выкройку и эту волшебную цифру плотность. К тому же, сейчас мы остановимся подробно на пряже, которую я выбрала. Пряжу выбрала очень интересную, с шелком и мериносовой шерстью. Девочки, смотрим, что за волшебная пряжа. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу с шелком, с искусственным, естественно. Называется Yarn Art Silk Royale. 50 грамм, 140 метров. И вот смотрите, 35% шелка и 65% шерсти мериноса. Очень мягкая, приятная, немного шелковистая пряжа. Цвет 436, турецкая пряжа. И, в общем, все я вам показала. Вот здесь вот рекомендуемые диаметр спиц, но это, конечно, очень интересно. 6-7, в жизни не поверю. Смотрите, я вяжу, девочки, 3,5 у меня спицы, и отлично полотно вяжется, очень красивое получается, узорчик рельефный. Так что по поводу таких огромных спиц такого диаметра я бы задумалась. Так, и что еще я хотела сказать. Пряжа мне очень нравится. Ниточка слегка пушится. И она, знаете, таким каким-то меланжевым обладает. Видите, белесые такие проблески. Что на полотне смотрится просто шикарно. Знаете, прям нравится. Прям вот приятно смотрится. Обратите внимание, вот сейчас, насколько могу, камера приближает, да, очень красиво. Видите, эти беленькие такие, меланжевый эффект, да. Так, вот так у нас выглядит один раппорт в высоту, 24 ряда. Эти ажурные такие полосы будут у нас чередоваться с лицевой гладью, да, вы поняли, в джемпере в нашем. И очень довольно-таки смотрится элегантно и как бы не перегружено никакими излишествами. Смотрится очень стильненько джемперочек. Схемочка, как всегда, выкройка у нас будет и описание на несколько размеров, девочки. Под видео я его всегда располагаю. Поэтому вы без проблем свяжете. Конечно, подкорректируйте немного под себя. Там есть возможность подкорректировать на любой размер, в принципе.
потому что раппорт узора составляет всего 8 петель. Вот, поэтому плюс-минус 8 петель всегда можно все это дело под любой размерчик настроить. Так, а теперь, мои хорошие, давайте приступим с вами к посмотрим схему, то есть более детальные, конструктивные посмотрим моменты нашего мастер-класса. Итак, мои хорошие, смотрите, вот так выглядит описание этой модели в журнале «Сандра». Похоже, это немецкий язык, в общем-то, это немецкая модель, и дизайнеры, естественно, я считаю, это немцы, да. И, в общем-то, очень красивый такой джемпер, схема несложная, всего 8 петель в раппорте. И я сейчас вам более детально все это расскажу. Смотрите, мои хорошие, вот это описание, да, родное описание. Приближу я вам его. Смотрите, вот так оно выглядит. Кто хорошо понимает немецкий язык, я думаю, оригинал им не помешает. Да? Я вам показываю, девочки, демонстрирую, смотрите. В общем, у нас здесь будет описание на 6 аж размеров, да, начиная с 42-го, заканчивая 52-м. Вот такая схема и выкройка, да. А теперь давайте я вам более детально буду рассказывать про схему. Схема у меня вот так, сейчас я вам ее приближу. Смотрите, вот такая схема, немного расплывчатая, да, все равно очертания, в принципе, понятны. 8 петель у нас составляет раппорт по центру выделен, да. Справа у нас идут 4 петли, слева 5 петель. Именно в такой последовательности мы будем вязать, девочки, образец. И я вам объясню, что обозначает 4 петли справа, 5 петель слева. Это те петельки, которые мы с вами будем всегда начинать вязаное полотно, да, и заканчивать 5 петельками всегда, да. То есть в середине у нас идут, сколько нам требуется раппортов на ту или иную ширину, да, а справа и слева мы вяжем строго по схеме. 4 петли впереди и 5 петель после всех раппортов. Также я пишу и в описании, расшифровываю, да, для тех, ну, кому как бы это тяжело понять. Смотрите, мои хорошие, значит, здесь условные обозначения довольно-таки простые, потому что часто в немецких, в Сабрине, например, в немецких журналах эти условные обозначения применяются. Горизонтальная вот такая черточка – это изнаночная, вертикальная черточка – это лицевая, подковка – это накид, вот такая стрелочка вниз – это две вместе лицевой с наклоном влево, а галочка вверх в циферкой 2 – это две вместе лицевой с наклоном вправо. Все. И самый интересный момент – стрелочка вверх. Да? Стрелочка вверх – это 3 вместе лицевой. Я вяжу с выделением центральной петли. Вот таким образом. Так, здесь у нас на схеме показаны только лицевые ряды. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Изнаночные тоже провязываем изнаночными. Так, это понятно. Далее. Далее, мои хорошие, у нас выкройка. Выкройка составлена, ну, немножко мутная, ничего, все равно очертания различимы. Смотрите, выкройка составлена на 6 размеров, да. Первый размер 42-44, в скобочках размер 46-48, и третий размер, это размерчик 50-52, чтобы было понятно. В описании это будет также выглядеть. Первый размер на маленький, на средний размер в скобочках и на большой размер третья цифра. Это я объясняю для тех, кто, как бы, может быть, впервые с этим сталкивается, кому это непонятно, да? Ну, там, в принципе, в моем описании будет все доступно, изложено последовательно, главное, сколько петель мы будем набирать, сколько убавлять и так далее. Я останавливаю внимание на расчете скоса вот этого по рукаву. И все мои объяснения, как всегда, девочки, будут после того, как мы свяжем образец. Как рассчитать плотность, да? Как с помощью плотности сделать индивидуальное описание, то есть сколько нам
придется петель на спинку, на перед, на горловину, на плечо, как оформить вот этот линию проймы, да, линию горловины. Все это будет подробно у меня отражено в моем мастер-классе, и я вам это все буду прям, ну, самым наидоступнейшим языком рассказывать в конце видео, да, после того, как мы свяжем образец. Всем, кому это очень интересно, кому это будет важная информация, пожалуйста, посмотрите. Я думаю, что это будет полезно будет посмотреть. Ну, а те девочки, которые уже давно вяжут, и для них это не составляет никакой проблемы все эти расчеты сделать, ну, просто воспользуйтесь схемой, воспользуйтесь выкройкой. Кстати, по поводу выкройки. Не забудьте, девочки, откорректировать здесь по своим размерам индивидуальным, да. Но несмотря на то, что у нас есть выкройка, на то, что у нас тут поставлены размеры, все-таки мы с вами все разные. У нас разный рост, у нас разные телосложения. У кого-то узкие плечи, широкие бедра, у кого-то, наоборот, широкие плечи, да. Поэтому обязательно здесь вот эти циферки подкорректируйте, да. Вот именно для этого и требуется плотность. Что вы, когда корректируете описание, да, обязательно вот этот пересчет делайте с использованием плотности. Да. К тому же вы можете воспользоваться другой пряжей, да, и тогда вам понадобится индивидуально связать образец и рассчитать индивидуально плотность. Но, как я вам это объясняю сделать, вы по аналогии без проблем также сможете определить на, из любой пряжи плотность, связав образец. Вот так. И спицы мы с вами подбираем. Я использую для вязания спицы 3,5. Хотя в описании там какие-то большие размеры спиц. Я не понимаю, как у нас совпала плотность, да? Совершенно не понимаю. У них толстая пряжа. Посмотрите, я вам показывала оригинал, да? Там расход такой огромнейший. То есть... Не понимаю, как может... А плотность у нас, как ни странно, практически совпала, да, с описанием оригинала, да. Не понимаю. У меня были спицы 3,5, у меня была тонкая пряжа, вот. А в рекомендациях, которые даны в оригинале, сейчас я вам еще раз покажу, обратите внимание, вот мне, для меня всегда была загадка, да, как вот они рекомендуют. Смотрите, пряжа. Пряжа, да, 95 метров метраж на 50 грамм, да, спицы, смотрите, они вяжут 5,5, я вяжу 3,5, и у меня пряжа 140 метров в 50 граммах, представляете, какая разница, да, и как у нас совпадает плотность, вот смотрите, плотность-то, вот они здесь пишут, сейчас я найду, вот, смотрите, 18,5, да, ну, а у меня 18 получилось, да. У меня даже плотность-то как бы, в общем, загадка из загадок. У меня совпала плотность, поэтому у меня совпали некоторые цифры здесь с описанием. Я очень удивилась, я думала, что этого не будет, но, как ни странно, получилось, да? Так, и давайте про мое теперь описание. Вот так я его всегда оформляю. Легатый джемпер в роскошном шоколадном цвете. Очень понравилось название. Вы, наверное, удивляетесь, почему у YouTube-блогеров очень часто у вязальщиц такие громкие названия, там супер популярные, там супер прекрасные и так далее. Девочки, это рекламная хитрость. На самом деле джемпер элегантный. Мы все расхваливаем свои работы, чтобы смотрели. Но это как бы важный момент ведения канала, я бы так сказала. Обратить внимание девочек на свою работу. Да? Смотрите, у меня плотность получилась средней по узорам. Я так написала. Ну, в принципе, я имею в виду, лицевая гладь у нас здесь используется, и ажурный вот этот узорчик, да, который мы будем вязать. И вот видите, 18 петель на 24 ряда практически. У них там 18,5 петель, да? Видите, совпало. Девочки, смотрите, описание вязания. Я объясняю, почему именно вот эти цифры у меня
звучат в описании, из чего они складываются. Вот видите, я попетельно расписываю. Это 11 раппортов по 8 петель, да, и вяжем по схеме 4 петли перед раппортом. Затем в серединочке у нас идут 10 раппортов подряд, и затем мы по схеме вяжем 5 раппортов, 5 петель после раппорта, да, все замыкаем кромочной петлей. Это я вот очень подробнейшим вам образом рассказываю. Так, и смотрите, как вы видели, у нас на картиночке чередуются ажурные узоры и лицевая гладь, да? У нас с вами 144 ряда высота изделия, и повторяем мы ровно 4 раза вот эту вот комбинацию ажурный узор, лицевая гладь. 4 раза у нас идет это все по модели. Давайте я вам покажу. Вот видите? Сейчас поменьше сделаю масштаб. Видите, да? Начинаем с ажурного узора, затем у нас идет с вами лицевая гладь, опять ажурный узор, лицевая гладь, опять ажурный узор, лицевая гладь, опять ажурный узор, и вот там у нас на плече лицевая гладь. Вот таким вот образом у нас располагаются узоры 4 раза, да? А по рукавчику у нас внизу только идет ажурный узор, а далее мы продолжаем вязать полностью лицевой гладью. Я считаю, это красиво смотрится, элегантно, ничего лишнего, все тютелька в тютельку, как должно быть, в принципе, вот таким образом. И спиночка у нас также вяжется аналогично, как и перед. Вот такие небольшие объяснения я вам поясняю. Более детально, как вы поняли, у нас все это будет отражено после видео, когда я свяжу узорчик и начинаю свои объяснения. Да? Там мы с вами плотность измеряем, там мы делаем вычисления, и я рассказываю, как расположить узор, как расположить раппорты узора. Это интересно, да, как рассчитать скос у рукава. Тоже интересно. Правильно? Правильно. Так, ну а давайте теперь начнем вязать с вами этот образец. Для вязания этого узора я буду набирать 19 петель. Смотрите, у нас здесь два раппорта по 8 петель, одна петля для симметрии и 2 кромочные. Итого 19 петель. Набираем, чтобы попробовать наш узор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Продолжаем. Девочки, я немецкий изучала в школе, но не совсем поняла по описанию там. Дело в том, что мы начинать будем без резинки. Сразу у нас идет полотно узора, да, вот на эту величину 24 ряда в высоту. И меня смущает, что край у нас будет начинаться сразу узором. Я хочу вам предложить сделать один лицевой ряд, да, и после этого мы начнем. То есть, как бы, может быть, даже два надо ряда сделать. Короче, я сейчас свяжу все наши петли лицевыми, и надо посмотреть, как это будет смотреться. Я не хочу, чтобы оно вот так все время, ну, хотя это тоже красиво, наверное, если будет вот так немножечко закручиваться. Но, на мой взгляд, для более интересного и плотного края я бы сделала изнаночный ряд лицевым. Да? То есть, вот смотрите, сейчас мы провязали лицевые петельки, переворачиваем на изнанку, и именно отсюда вот начать бы нам узор с первого ряда. Я бы вот так сделала. Вы, конечно, можете это как бы по-своему там расценить. Я буду вот так показывать. Значит, и начинаем первый ряд. Вяжем с вами первые 4 петли перед раппортом. Значит, первая у нас идет кромочная, и далее вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идет изнаночная. И начинается, собственно, наш раппорт на 8 петельках.
Следующим образом он вяжется: лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петельками, поэтому я вторую петлю набрасываю на первую. Так, накид, далее идет лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Это, девочки, у нас с вами был раппорт. Раппорт узора на 8 петлях. Вот, а сейчас, значит, наша задача с вами связать 5 петелек за раппортом. И такая особенность, хотел подчеркнуть. Смотрите, вы начинаете всегда любое свое полотно с 4 вот этих 5, 4 петель перед раппортом. Затем вяжете нужное вам количество раппортов, да, и заканчиваете это все 5 петельками после раппорта, которые вот сейчас я буду вам показывать. 5 петелек после раппорта вяжем. Первая лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Вот так. Все четные изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. То есть, если на меня смотрят изнаночные, мы вяжем над ней изнаночные, да? Если вот тут у меня смотрят лицевая, я вяжу лицевую. Опять изнаночная, лицевая, да? Это понятно, тут вяжется все это автоматически, накиды провязываем изнаночные. Здесь не требуется никакого напряжения ума. Вот. И в изнаночных рядах, как правило, многие вязальщицы любят отвлекаться и отдыхать. Так, возвращаемся снова к нашей схеме. У нас с вами третий ряд. И мы вяжем с вами следующим образом: кромочную и 4 петли. 4 петли перед раппортом. Мне вот очень неудобно. Закрываю я сама себе. Так, 4 петли перед раппортом. Выделяю я их. И выделяю вот наш раппорт. Четко выделяю ручкой, чтобы мне было ясно, где тут что заканчивается. Первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И начинаем вязать раппорт на 8 петельках. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали полный раппорт. Следующие 5 петель за раппортом вяжем. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная вяжем изнаночной. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 5-й ряд, девочки, вяжем. Первая идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Начинаем раппорт на 8 петлях. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Раппорт провязали. Вяжем 5 петель за раппортом. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная вяжем изнаночной. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 7-й ряд, девочки. Вяжем. Первая у нас идет лицевая, изнаночная, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево. Это мы с вами связали 4 петли перед раппортом. Вяжем раппорт лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт провязали. 5 петель за раппортом. Лицевая, далее идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 9 ряд. Вяжем 4 петли перед раппортом. Лицевая, изнаночная, лицевая, накид. И далее у нас идут с вами 8 петель раппорта. И смотрите, значит, сейчас мы будем с вами вязать 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первые 2 петли я меняю местами. Первая у меня идет за работой, а вторая я накидываю вот так поверх первой. И все 3 провязываю одной лицевой. Вот так. И далее накид делаю и вяжу лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. И снова 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. То есть также я делаю первую, вторую меняю местами и провязываю 3 вместе лицевой. Вот так. Делаю опять накид, вяжу лицевая, изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Вот таким образом у меня совместились 2 раппорта. Справа и слева. Так, 10 ряд вяжем, как смотрят петельки. Вяжем 11 ряд. Итак, первые у нас идут 4 петли перед раппортом. Начинаем лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 8 петель раппорта вяжем, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Это мы провязали раппорт. И теперь вяжем 5 петель за раппортом. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 ряд вяжем. Первая лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И наш раппорт начинается на 8 петлях. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 5 петель за раппортом вяжем. Лицевая, накид, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд. У нас идут с вами 4 петли перед раппортом. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 8 петель самого раппорта вяжем, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид.
Раппорт провязали. 5 петель за раппортом. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд. 4 петли перед раппортом. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Вяжем раппорт. Лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Раппорт провязали и вяжем с вами 5 петель за раппортом. Лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Так, дальше у нас идут с вами 18 ряд, как смотрят петли. Вяжем с вами 19 ряд. 4 петли перед раппортом. Так, сразу у нас идут с вами 2 петли лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная. 4 петли провязали перед раппортом. Вяжем сам раппорт. Лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю первое, второе местами. И все 3 вместе лицевой провязываю одной лицевой. Делаю накид, лицевая, изнаночная. Раппорт провязали. Дальше идут 5 петель за раппортом. Лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. Так, 21 ряд, девочки, у нас с вами. 4 петли перед раппортом вяжем. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Вяжем раппорт. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И далее вяжем 5 петель за раппортом. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Так, дальше у нас идет 22 ряд, как смотрят петли. 23 ряд вяжем. 4 петли перед раппортом. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Раппорт вяжем. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Раппорт провязали, вяжем 5 петель за раппортом. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 24 ряд вяжем, как смотрят петли. И после этого, девочки, мы переходим по нашему узору на лицевую гладь. Вот. Сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработочку, и мы будем с вами измерять плотность. Вы, как видели на картинке, у нас с вами вот эти ажурные полосочки чередуются с лицевой гладью, да? То есть мы вяжем с вами ажурную полосочку 24 ряда, затем лицевая гладь у нас вяжется
по-моему, 12 рядов там было написано в описании. Я еще уточню, да. Но лицевую гладь мы не будем. Я думаю, что здесь, собственно, будет такая же плотность, судя по описанию, будет такая же плотность у лицевой глади, как и у нашего узора. Горячим паром я вот таким образом обрабатываю наш вязаный образец, растягивая его очень энергично в разные стороны. Он потом, знаете, девочки, когда высохнет, все равно приобретет тот самый вид, который ему будет присущ после стирки. Так, пусть сохнет наша красота. Итак, смотрите, мои хорошие, я прикладываю линеечку и меряю ширину нашего связанного образца. У меня получается 10,5 сантиметров. И мы с вами набирали 19 петель, помните? Давайте посчитаем плотность. 19 поделим на 1, на 10, да, 10,5. Получим 1,8 у нас плотность получилась. 1,8. И напишем с вами, что в одном сантиметре у нас 1,8 петель. Теперь будем измерять вертикальную плотность. Значит, смотрите, наш образец. Так, в спокойном состоянии его кладем, да, и меряем. Одного ряда я здесь изнаночно не вязала, поэтому беру прямо по спице. 10 получается. Мы вязали с вами 24 ряда, да? Ну, это 2,4 получается плотность по вертикали. То есть я пишу в одном сантиметре 2,4 ряда. Это у нас с вами две цифры основополагающие, которые нам понадобятся с вами при расчете, по петельном расчете изделия. Сейчас я принесу выкройку, и мы с вами будем располагать наши узорчики в нужной последовательности. Итак, мои хорошие, вот такая у нас выкройка. Немного она мутненькая. Но мы сейчас с вами на это внимание не будем обращать. В принципе, различить здесь можно циферки, да? И вот смотрите, первый размер у нас идет, это 44, да? 49 сантиметров. То есть на свободное облегание довольно достаточно дано сантиметров. Так, и первое, что мы с вами должны сделать, мы должны с вами ширину спинки умножить на нашу плотность. Вот у нас 49 получается ширина спинки. Мы умножаем нашу плотность 1,8, получаем 88 петель. Так, да? И давайте запишем сразу, что у нас с вами на 49 сантиметров 88 петель. Это наши пока такие грубые черновой вариант расчеты. Теперь мы сразу же с вами обращаемся к нашему раппорту. У нас 8 петель, да? По сути, вот на этой схеме у нас 2 раппорта. Обратите внимание, по центру один и еще один разделили пополам. Часть его, значит, пополам разделили. Первая часть у нас вот тут оказалась справа, а вторая часть этого узора оказалась слева, да? Вот. Ну, вернее, даже наоборот. Тут не поймешь. Но суть в том, что попетельно это 2 раппорта. Плюс 1 петля для симметрии здесь присутствует. И, значит, мы должны с вами наши полученные 88 петель разделить на 8 число петель в раппорте. Вы это будете делать для любого размера, девочки. Вот смотрите, здесь у нас еще 2 размера идут. Это вот вы для себя то же самое проделаете, как я вам сейчас рассказывала. Свою цифру, которую вы получите после умножения на плотность и ширину спинки, вы делите на 8.
в моем случае устно вычисляем на 8 петель, да, 88 петель поделить на 8, у нас получается 11 раппортов. Целое число 11 раппортов выделили, да? Но не забываем, что нам обязательно нужно 2 петли кромочной, да, и 1 петля для симметрии, мы помните по схеме, да? Итого мы должны с вами, получается, 88,3, 91 петлю набрать. Я думаю, что 3 петли не сыграют никакой плохой роли, да? Что дальше мы делаем? Вот мы с вами определили, как у нас будут располагаться узоры. Обращаю ваше внимание, девочки, я вам сейчас схематично нарисую, потому что не все понимают. Объясняю вот таким образом, мои хорошие. 11 раппортов вы располагаете следующим образом. Вот эти 11 наших раппортов. Значит, вы делаете 4 первые петли, как по схеме, перед раппортами. Затем 10 раппортов целиком. Да, у нас идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я расположила 10 раппортов. И 11 раппорт мы поделили с вами 4 петли справа и 5 петель, как на схеме, слева, да? Это понятно? Понятно. Плюс у нас получилась 1 кромочная справа и 1 кромочная слева. Итого у нас получилось с вами 91 петля в наборе участвует. Вот так. Аналогичным образом вы делаете для своего размера, девочки. Это я вам наглядно так нарисовала, чтобы было вам понятно. Так, все понятно. Что касается нашей с вами плотности. Например, нам нужно вычислить, сколько петель приходится на горловину. Вот здесь 11 стоит. Это половинчатый размер. Значит, 11 умножим на 2, будет 22 сантиметра. И эти 22 мы умножаем на нашу плотность 1,8. Вот смотрите, на нашу горловину будет приходиться 40 петель. Я пишу 40 петель. Это все тоже такие пока еще сырые циферки. Будут отличия, возможно, в несколько там петель. Это когда мы окончательно с вами будем определяться. То есть я вот здесь пишу, что у нас 91 петля на маленький размер. Так. Это определили. Далее. Плечо. 9 сантиметров плечо. Давайте также посчитаем. 9 умножим на плотность 1,8. Получим 16 петель. Плечо. Да? И смотрите. Пройма у нас с вами. Ее глубина 4,5 сантиметра. И мы с вами эти 4,5 сантиметра сейчас также определим по петель. На 1,8. Получаем 8 петель. Мы должны с вами вот здесь закрыть равномерно. Для скругления делаем это через два ряда, да? Как обычно мы это делаем. Так, но в целом должно 8 петель закрыться. И вот смотрите, мои хорошие, как сделать нам контрольное распределение петель. Вот 91 петля, да? Из них 91, отнять 40, наша горловина, да, и отнять 16. Это значит справа пройма и слева пройма, да. Итого мы сейчас узнать должны, у нас вот эта цифра 16 петель на плечо должно вот здесь сейчас вылезти, да. Значит, 90, значит, 91, отнять 40 и отнять 16. И мы получим с вами 35 поделить на 2, 17,5. Видите, вот у нас тут происходит нестыковка. Значит, нам нужно с вами что сделать? Сюда добавить к плечу 17, да, сделаем петель, а не 16. И вот здесь у нас по вырезу горловины будет не 40, а 41. Да? И теперь попробуем все это объединить. Правильно ли я это сделала? 41 прибавить 17 и 17, 34.
и плюс 16 будет 91. Идеально. Все, девочки, вот так мы по петельным с вами распределяем, чтобы у нас совпало вот это число, это у нас общая ширина, и вот эти все петли у нас соответствовали в сумме, да, 91. Теперь, что касается рукава, то же самое аналогично делаете. Здесь, значит, 11,5, это половинчатый размер по низу рукава. 11,5 умножить на 2 будет 23. И также вы 23 умножаете на плотность 1,8. И получаете 41 петля у вас будет внизу набираться на рукав. Теперь надо также нам, чтобы узоры у нас с вами, у нас по низу идет вот на высоту 10 сантиметров наш с вами узор идет, вот этот раппорт целый. Кстати, будет ли тут 10? А, да, ну мы же мерили на весу, да, вот они, 10 сантиметров наших. Вот этот узор идет, да, а потом уже идет лицевая гладь, опять узор. В общем, все это понятно. То есть скос у нас начинает формироваться после 10 сантиметров. На высоту он идет 30 сантиметров. Сейчас я вам буду рассказывать, как скос формировать. Но вначале мы должны с вами распределить раппорты узора. 41 петля – это сырая циферка. Мы эту 41 петлю должны также поделить с вами на раппорт. На число 8. Мы получим целое число 5. Да? То есть у нас получается 5 на 8 это будет 40, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. Итого все-таки 43 петли, девочки. Уточненная цифра будет 43 петли по низу рукавчика. Я только что вам рассказала, как я это получила. Высоту вяжете рукавчик, не формируя никаких скосов, на высоту 10 сантиметров. Вот этим нашим ажурным узором. Затем вяжете скос. Ну, там у вас будет череда узоров. А вообще-то там, по-моему, по низу только. Да, я сейчас вспоминаю. На модели только по низу ажур, а здесь идет лицевая гладь полностью. Мы также делаем с вами. И вот в этой лицевой глади на высоту 30 сантиметров нам необходимо с вами прибавить определенное количество петель. Как это я высчитываю? Смотрите, самая широкая часть рукава на наш маленький размер это 16,5, половинчатый размер, да? Давайте 16,5 умножить на 2, это 33. 33 сантиметра умножить на нашу плотность 1,8. Вот, ну, округляем, давайте пусть будет 60 петель. 60 петель, девочки. А внизу у нас с вами 43, помните, да? Но здесь, наверное, тоже нужно для хорошего четкого расчета, чтобы это было число... Это должно быть число нечетное. Либо 59 возвращаемся, либо 61. Но я всегда склоняюсь, что пошире. 61. И вот смотрите, мои хорошие, 61. Мы отнимаем 40. Что получаем? 61 отнимаем по низу 43. 18 петель надо прибавить нам равномерно и одновременно. Делим их направо-лево, да, они же должны быть симметрично. Получаем по 9 петель, девочки, по 9 петель мы должны с вами прибавить справа и слева. Но стоит следующая задача. Нам надо точно равномерно их сделать. Как определить, через сколько рядов делать прибавки? Так, для этого мы с вами воспользуемся вертикальной плотностью. Смотрите. 30 сантиметров умножаем на нашу вертикальную плотность. Вы помните, мы ее считали. Вот она у нас в одном сантиметре. 2,4 ряда. Да? Вот мы сейчас эти 30 сантиметров умножим на 2,4. Получим 72 ряда. У нас в 30 сантиметрах умещается 72 ряда. И теперь мы эти 72 ряда
должны поделить вот на наши 9 петель. То есть 9 раз надо нам сделать по одной петле прибавку. И мы 72 делим на 9. Через 8 рядов, девочки, получаем. Через 8 рядов. То есть в каждом восьмом ряду мы делаем по одной прибавке справа, по одной слева. И так до конца идем. 72 ряда провязали лицевой гладью и начинаем формировать окат нашего рукавчика. Окат у нас формируется на высоту 13 сантиметров. И я обычно рисую выкройку в натуральную величину здесь. Я здесь не буду вам врать и вот это все высчитывать попетельно. Это так, девочки, индивидуально, честно вам скажу. Можно, конечно, было, знаете, на глаз там накидать. Ну, то есть, в принципе, это вот скос, пройму, когда мы вывязываем, это здесь должно как бы дублировать, да, вот эти вот, а потом уже потом идет индивидуальное такое, получается, на каждый размер будет все свое, и, в общем, кто-то любит, ну, знаете, рисуйте под себя, девочки, рисуйте под себя этот окат, и вяжите, прикладывая полотно к выкройке каждый раз. Я так с детства вяжу, меня так научили в Дворце пионеров нашем. И я там 5 лет училась, и нас так преподаватель учил, девочки, вязать окат рукава. Это, по-моему, самый честный и четкий путь. Никакие формулы здесь не помогут. Только натуральное прикладывание. Ну хорошо, может быть, есть какой-то научный математический подход, может быть, есть те, которые умеют это все дело как-то математически описать формулами. И если есть такие, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно почитать. Я пока что вот вяжу, может быть, какими-то бабушкиными способами. Может быть, сейчас уже прогресс продвинулся, а я еще об этом и не знаю, да? Так, все может быть. В принципе, это не смешно. Это я вам объяснила, мои хорошие. Теперь, что касается вертикальной плотности, если уж мы на ней уже остановились, я вам рассказала, да, как мы скос считали. Смотрите, общая высота изделия также должна быть посчитана в рядах. Не в сантиметрах, а в рядах, мои хорошие. И я вам сейчас скажу, вот, значит, давайте с вами посчитаем. На маленький размер у нас идет 38,5 от низа до проймы, да, и от проймы до плеча, то есть высота проймы составляет 21,5. И мы с вами посчитаем 38,5 плюс 21,5. Вот, девочки, общая высота нашего джемпера 60 сантиметров составляет. И мы эти 60 сантиметров должны с вами, смотрите, 60 сантиметров умножим на нашу вертикальную плотность 2,4. То есть общая высота изделия 144 ряда. Вот так. На это надо обязательно обращать внимание, мои хорошие. И этим очень важно руководствоваться. Потому что если мы будем мерить в сантиметрах, то может так получиться, что у нас с вами будет после стирки изделие, ну, будет более длинное, чем мы планировали, да? Или более широкое, если мы горизонтальную плотность не считали, да? То есть... пожалуйста, не игнорируйте этим. Это очень важные моменты в вязании. Я желаю вам, мои хорошие, удачи, чтобы вы связали этот джемпер, и он вас много еще времени потом радовал. И до новых встреч!